Первое заседание Организационного комитета «Наша победа» состоялось в Центральном исполнительном комитете «Единой России». Его главной темой стало обсуждение памятных мероприятий и акций, которые уже проходят или пройдут в текущем году. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал всех участников объединить усилия и возможности при подготовке к 75-летию Великой Победы. Он подчеркнул, что эти торжественные мероприятия важны для подрастающего поколения.